Программа материнского капитала, существующая в нашей стране с 2007 года, не перестает доказывать свою эффективность на практике. Благодаря ее работе удалось повысить рождаемость в России почти до уровня начала 90-х годов. На этой неделе президент анонсировал продление выплат до 2026 года. Выделенные государством средства семьи могут потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, увеличение будущей пенсии мамы, приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов и получение ежемесячных выплат. Самым популярным направлением среди забайкальцев является улучшение жилищных условий, которое включает в себя строительство либо приобретение как жилых домов, так и квартир и погашение ипотеки. На эти цели в крае уже направлено более 29 миллиардов рублей и принято почти 79 тысяч заявлений. Кроме того, жители нашего региона оплачивают материнским капиталом обучение детей в высших и средних учебных заведениях, а также услуги детских садов, в том числе и частных. Такая возможность стала доступна молодым семьям совсем недавно. С 15 августа текущего года также появилась возможность оплачивать содержание детей у индивидуальных предпринимателей за счет средств материнского капитала, при условии, что предприниматели имеют лицензию на образовательную деятельность. 2 года назад круг получателей сертификатов на материнский капитал был значительно расширен. Если до 2020 года на него могли рассчитывать только после рождения второго ребенка, сегодня сертификат выдается и родителям первенцев. Ежегодно растет и сумма выплат, но о точной цифре на 2023 год, несмотря на заявления официальных лиц государства, говорить пока рано, уверяют в Пенсионном фонде. Размер мат-капитала при рождении первого ребенка составляет 524 тысячи рублей, при рождении второго – 693 тысячи рублей. В 2023 году мы также ожидаем индексацию мат-капитала с февраля. Будет зависеть от уровня инфляции. Для тех, кто ожидает появления малыша, напомним – сегодня воспользоваться своим правом на денежную выплату по этой программе можно без очередей, личного обращения и бумажной волокиты. Сами сертификаты выдаются Пенсионным фондом автоматически на основании данных о рождении ребенка. Подать же заявление на распоряжение материнским капиталом можно в электронном виде через портал госуслуг. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье».